Ну, собственно, погнали дальше. Искать легендарные трусы и новых монстр-девочек. Себе в пати. Ай, блин, забыл взять бутылки на СП. Ну да ладно. По-моему, я там одну штуку бы взял, две. Блин, вот что фигово, нету телепортов между этажами в данже. Приходится каждый раз преодолевать путь с начала до конца. Так. Блин, им потрованули. Что за хрень? Но, Сансак, ну мы до нее доберемся рано или поздно. Сниму кольцо отсюда. Я дам Торусу. Мне довольно все плохо. О, трусы! Романтик Рози. По-моему, это трусы для импа. ダメだ。行くぞ。負けないぜ。行くぞ。わしらの敵ではないの。何をこいつ。ダメだ。プリンス、もう。逃がさないぜ。いざ。私の出番ね。 本気で行くわよ。見てて。これでおしまいよ。頑張りますわろ。行くぞ。本気の技ですわろ。 Кстати, на этих вас, блин, бытовой. これで決めると. Да, вот слабость. Ну, Солар, ну мы по пути на рандом это не пропускаем. По сути, и фармим немного. Если они попадаются. О, еще одна монстр-девочка, ребят. Вот она. Да, вид оживее всех живых. Да и не только в Японии. Как бы, если ты любишь JRPG и ритмы игры, то это твой выбор. Потому что там куча интересных игр. На любой вкус. И так далее. Так что... Она мертва для любителей шутерков, дотанов и так далее. Да. Ты можешь избежать битвы? Да, я могу свалить, но зачем? Не буду я сваливать. Раз мы ее нашли, то давайте сразимся. Так, и кто же на этот раз? Оу! Банши. Отвратительный человек. Я тебя убью. Вау, что так недружелюбно? Потому что все очень плохо. Так, подождите секунду. Проверю кое-что. Сразу пойдем дальше. Так, ладно. Это не твое дело. О, она не одна с приспешниками. Это проблема. Да, и кстати, насчет персоны. Скоро пятая персона. Осталось
8 дней. Ай, господи. Это будут самые жесткие 8 дней. Блин. Нет, не подходит. Дальше. Тоже не слабость. Есть слабость. Воу-воу-воу. Тихо-тихо. Блин, ладно, рискну. Так, блин, а вот это фигово. Да. Ну, как бы, само собой. Вот. Куда же без этого? В первый день будет. Я даже себе выходной возьму. Блять, такого дела. Если получится. Хотя, по идее, получится. Так. Сказал! И здорово, Верт, и, кстати, спасибо тебе за вчерашнее, за поддержку. Гудгейм что-то глючил, и я только посмотрел, когда зашел там в одну менюшку, где можно посмотреть всю эту статистику, только там увидел. У них, походу, глюки вчера были. Так. Заденем ее немного, но пофиг. Нормально. Так. Ну, начнем с верха. О, хорош. Хорош. Да, Верт, пришло, пришло. Все пришло. Как бы. Так что, большое тебе спасибо. Так. Так, хил, хил. Я бы тут СП восстановил. Импо. Ой, Отто бомбанул! Круто. Солар, где? Я что-то ничего не вижу слева. Я ничего не вижу, ну ладно. Все, готово. Аж 3 аура комбо. А, возможно, да, про ульту. Давайте дебафнем ее. Хорошо, пошло. Шутки шутками, но с геймплеем в этой игре все нормально. Так, нет. Куповой ешник придется быть обычным. Хорош. О, хорошо. Так. Накапливаем желание. Там уже слабость похожа на другая. Хорош. Хорошо, хорошо, пошло дело. О, слабость огонь. Ах ты ж, блин. Так. Хорошо. Раз не слабость, не стоит тратить. Хорошо. Ой, вот кто накопляется. Хорошо. Еще пару ударов и он бомбанет опять. Лоли. В каком месте это Лоли? Не. Сказал бы, что он по Лоли. До Лоли мы еще доберемся. До Коко. Сказал. Арригато,
интересно, какая там слабость. Нет. Скорее всего. Да, вода, похоже. Ну, воды у меня только ОЕ, так что нельзя. Мада-мада юкеру зо. Дебан де соро. Какуго суру цу. Бутсу-бутсу цу ё. Аташи но дебан не. Сугой ваза. Мизука юку зо. Ну уже, девочки, еще немного. Вилден, ты скинь мне. Сам знаешь что. А то я не хочу его потерять после стольких кругов. Немного. Есть. Так, ну что ж, погнали. Переверните поездку, да? Переверну ее. Так, дальше лицо. Дальше что? Грудь. Чуть не работает. Так, извиняюсь. А, тут еще не конец. Блин, не работает! Что за фигня? Левая или... А, во. Нормально. Да, на лице я просто не прожал достаточное количество раз. Вообще-то там не нужно было сжать именно, а нужно было... Как это сказать на русском? Тереть, короче, нужно было. Но так как я играю на... Через одно место, то понятное дело, что не получится. Так, девятый левел, хорошо. И еще одна в гарем. Это прощай, прощание со всеми. Похоже. Дальше я не могу идти. Не-не-не-не, постой! А ну не сдавайся так быстро! Вы, ребят, пытаетесь снова сделать мне больно. Какие грешные. А, мы не пытаемся сделать тебе больно. Не говори таких... раздражающих вещей. Мы хотим спасти мир. И мы бы хотели, чтобы ты нам помогла. Ну, ты это сделаешь? Что Мерит может... Мерит. Мерит, по-моему, никак не переводится, потому что я на оригинале также его слышал. Хотя нет. Короче, что Мерит может такая, как я, сделать? Мерит? Ну, во-первых, если мир будет восстановлен, все смогут жить мирно. Как слабо. Может быть, ты станешь героем? Не каждый день ты получаешь шанс стать героем, знаешь ли? Выгода, блин, спасибо. Как по-детски. А, кстати говоря, по пути ты друзей найдешь. Друзей? Да. Сильные связи, глубокие отношения. Разве это не звучит замечательно?
Друзья, дружба. Очарование. Это не звучит так уж и плохо. Серьезно? На самом деле ей понравилась идея дружбы. После того, как она сказала, что мы слабые и ведемся как детьми. У нее нет никаких странных способов это воспринимать. Ну, хочешь подружиться с нами? Это будет весело. Да? Ну, ладно. Да? Ну ладно. Тогда мы можем подружиться. Приятно познакомиться. И еще один успех. В этом мире. Так. В смысле причина? Да это же просто шедевральный геймплей. Такого еще больше нигде не... А нет, найти... В других играх серии. Так. Ладно, менять не будем пока что. Так, ну, я думаю, нам бы свалить отсюда, чтобы восстановиться. Так. Блин, имп дохает. Я бы мог бутылку потратить, но я не хочу. Они все-таки дорогие. Плюс выход тут недалеко. Так, сюда. Сюда. Ох ты ж, блин. Так, девятый лол. Прекрасно. Так, гостиница. Так, давайте посмотрим ивент. С больше что открылось. Я не могу привыкать. Тебе не нравится гостиница? Это не гостиница. Я просто не привыкла к тому, чтобы быть вокруг других. Я обеспокоена о будущем. Спокойно? Ну знаешь, ты на самом деле выглядишь такой спокойной. Я только так выгляжу. Я действительно хочу иметь друзей. О, кстати, это напомнило мне о том, когда тебе понравилась идея, чтобы подружиться с нами. Она интересная. И кроме того, я могу с ней говорить, не нервничая. Отношения с мужчиной тяжело потевшие. Это что жестко потеют. Это невыносимо. Но на самом деле я тут единственный парень. Поэтому тебе не о чем беспокоиться. Я поняла. Мне нравятся отношения с девочками, если что. Так что я действительно жду этого с нетерпением. Слушай, по-моему, она Яндера. Эта девушка довольно странная.
Ай, да. Да, замечательно. Так, ну, для нее трусов нету. А вот для суккуба, по-моему, есть что-то. Нет, это не для нее. А. Интересно, для кого это тогда подобрал? Надо всех проверить. Походу, те труши, что мы подобрали, не подходят ни одной из этой тян, из тех тян, что у нас есть. Походу, надо кого-то другую найти еще. Так что, ну ладно, нет, так нет. Так. Блин, вот тут бы найти еще несколько. Кстати, я не помню, я их вам показывал или нет. Да, вот. Те, что открыты. И еще один. Так, беру оригинал, потому что мне нравится больше. И по статам он лучше. Так. Значит, трусы есть, но нет тян. Да, нужно найти тян, к сожалению. Солар, ты это на что намекаешь? Нет, спасибо. Так. Уже пробовал бы и Банши. Она первая была же. Нифига себе, у меня что-то на улице какая-то жесть. Сейчас, секунду. Нет, мы вот именно что не полностью изучили локацию. Для этого нужно больше времени. Я не могу себе позволить столько застревать на одном стриме в одной локации. Кого-то траванули? Нет. Странно. А еще она хп потеряла. Так, ладно, нам нужно на второй этаж. Так, ну первую локацию мы уже можем проходить на автобое. И это уже хорошо. Точнее, первый этаж второй локации. Так. А, кстати, мы тут не все посмотрели тоже. Второй левел. Так, ну на втором этаже, скажем так, мы особо ничего не изучили. Ну погнали, поищем. Поищем что-нибудь. О господи, что это за хрень? Ну, помимо черной бананки. В трусах. О,
Вот, господи. Да. Хорошая фантазия разрабов. Так. А, интересно, у кого какие слабости. О, вот она. Солар. Само собой могут быть. Не то, что могут быть, они есть. Тут есть много всякого разного говна. Нет, без этого никуда. Блин, все очень плохо, мало хп. О, хорошо. Блин, я вот был в городе, забыл запастись хилками. Да, на втором уровне враги более живущие ублюдки. Так. Да не, нормально. Как бы Солара не показана на карте. По-моему, или на этом этаже, или на этажом выше будут там двери, которые ты сможешь зайти, но вот выйти через них уже нет, потому что они исчезнут. И так далее. Ничего. Как бы я проходил игру до третьего региона, я остановился на третьем регионе. И там уже началось поинтереснее все. Что, серьезно? А, блин, просто так повезло. Ух ты ж, блин, что-то вас многовато. Полезно. Свалить не дали. Ну ладно. Это же опасно как-то. Нет, ну как бы у меня две. Вот они. Вода и ветер. Но как бы только у одного персонажа. Потому что на битвах с боссом они, скажем так, достают проблемы. Там нельзя его ей использовать. Значит, я могу его убить, вместо того, чтобы схватить. Гамбаре! Ну, Верт, поначалу придется вот так, потом у других персонажей уже откроется, ОЕшки тоже. Тогда можно будет без проблем уже использовать ОЕ, когда надо и так далее. Но поначалу придется так страдать.
Не, конечно, можно там что-нибудь придумать, чем-нибудь там повозиться, но, если честно, мне так лень, и так сойдет, короче. И так затащим. Нашел инцест? Или мне показалось? А. Окей. Блин. Не обращайте внимания, не обращайте внимания. Для этой игры это нормально. О, 10 левел. Хорош. Круто, мы уже взяли 10 левел. Я говорил, что как минимум мне понадобится для босса, но походу. Минимум мы уже взяли. Так, кстати, там проход на следующий этаж уже нашел, но... Я... О! Так, я бы свалил из этой битвы. Потому что тут какая-то битва сюжетная, походу. Так, и что же у нас тут? Лилия. Лилия. Да? Где же я видел этого человека? Да нет, это наша первая встреча. Лилия. Лилия, я пришел сюда для того, чтобы забрать тебя. Давай. Давай уйдем отсюда вместе. Это твой друг? Не-не-не-не-не, я его не знаю. Но похоже, он тебя знает. Я не знаю его. Я клянусь, его не знаю. Но тебя нельзя винить за то, что ты меня не знаешь. Я наблюдал за тобой все это время. Вот почему я чувствую, что я тебя знаю очень хорошо. А это не... Разве это не гадкий, отвратительный, скверный сталкер? Что? Сталкер? Нет, не может быть. Это же ужасно. Это неправильно понять. Ты, чувак, такой страшный. Лилия в опасности. Только не про моей смене. Я защищу Лилию. А, постой, не-не-не-не-не-не. Да я не сталкер. У этого парня такой же запах, как и у меня. Тот же самый. Такой же, как у тебя? Твой...
партнер по трусикам, сверстник по трусикам, коллега по собиранию трусиков. Ну, как бы, типа того. Да, интересный чувак попался. Правда, чуть ли он какой-то реально странный. Да ладно. Мы оба из одного и того же логова. Это неправда. Хватит этого не говорить такое. Как привлекают, они привлекают друг к другу. Да, вполне можно понять их. Эй, ты, ты чё это с ними согласился-то? Потому что ты будешь казаться еще более подозрительным, если будешь это отрицать серьезно. Как я могу быть спокоен, когда вы воспринимаете меня как извращенца? И вы упомянули трусы? Окей. И вы упомянули трусы? Сравнивая с такими вещами, я бы предпочел девичье тело лучше. Воу. Не-не-не-не-не, не поймите меня неправильно. Это просто вопрос выбора слов. Ну, я говорю по сравнению с... какая из этих вещей более ценная. Это должно быть более ценным же. Трусы могут стать ценными только если их девушка носила, верно? О, господи, что я читаю? Я не могу это читать уже. Без же девичьего тела трусы могут даже не существовать, верно? Эй, нама-намасива! Доуи омотомераритему комару! Воу, что за интересное объяснение! Но я серьезно на это не куплюсь. Извращенец. Извращенец, да? Мы не заинтересованы в том, чтобы дружить с таким хентай-саном, как ты, так что, пожалуйста, уходи. Да, прощай, вали отсюда, больше никогда не возвращайся, ты извращенец. Да уже перестаньте издеваться надо мной. А вы... вы издеваетесь надо мной? Они просто взяли его и затроллили от души. Но он сам на это... он сам повелся на провокацию. Так, ладно, давайте побьем этого ублюдка. Вот его именно побить надо, а не раздеть. К счастью. Бафаемся. Нет, салат не придется. К счастью, нет. Довольно изящно. Бафал атаку. Это слабо. Так, защита у всех есть поднятая, да? Нет, Инот.
все были женские, так что нормально. Как фигово, как бы заканчивает сама она. Желание накапливается. Ну же, еще немного. Готов. На изи. Двенадцатый и десятый левел. Такой слабак. Не только я его слабаком посчитал, но и они тоже. Он сильно хвалился, но ничего впечатляющего нет. Какой-то грязный сталкер не получит никакого внимания. Не заставляй нас заставить тебя пройти через трудное время. Никогда больше не приближайся к Лилитян. Как я. Ой, бедный извращенец. Ай, сейчас, секунду. Это все из-за того, что ты раздражаешь девчонок. Только худший ублюдок издевается над кисочками. Я не сдамся. Я определенно возьму Лилию. Лилия. Хватит раздражать нас. Напояйся, что? Прекращай! Эй! Больно! Не бросайте камни в меня! А ну прекратите! Стой! Дерьмо! Ничего не мог поделать. Я сейчас отступлю. Однако в следующий раз я прослежу за тем, чтобы вы пожалели Бугага. Это должно быть наши слова. Я бы не хотел снова видеть этого парня. Лилия, ты в порядке? Да-да, я в порядке. Не беспокойтесь обо мне. О! Мне было интересно, что тут за шумиха, суета. Так значит, это вы были, ребят. О, кто пришел? А, мазохист. Да прекрати ты уже! Отныне, этот парень, который только что ушел, похоже, от него исходит грязный запах. Ангелочек так же думаешь. Видите, этот парень просто ужасен. Он еще решил... Блин, я забыл. Надоесть кисочкам. Лилия не скиматотте танда. Иттеру кото мо хен даши. Он следил за Лилией и говорил странные вещи.
Анджелем киоцкерун дади. Ангелочек, должна быть тоже осторожна. Аригато. Да? Спасибо, что напомнил. Ой, да ничего. Я просто говорю то, что я должен говорить. Я прямо покраснел. Ио, ты должен ее защищать надлежащим образом. Конечно, я это сделаю. Лилия, все-таки друг моего детства. Ио. Хе, а он надежный? やる時はやりますもんね。きっとイオくんならリリアちゃんを守ってくれますよ。Так, ладно, давайте с этим диалогом закончим, потом закончим стрим, я устал. Он должен быть очень сдержанным в критическое время. Короче, надежным. Нет. Он может. Он кажется очень надежен в критический момент. Ио должен знать, как сохранить Лилию целой и нетронутой. Да, я знаю. Ты стал очень надежным, Ио. Ой, я рассчитываю на тебя. Что? Конечно. В любом случае, ну... Если вы позволите мне... Я должен был спросить об этом при нашей первой встрече, но у меня не было шанса. Могу я спросить имя моего ангелочка? Эй! Она опять свалила! Какой стыд. Ну, ты все равно же не будешь звать ее по имени. Интересно, что произойдет, если я не буду говорить ему ее имя? Ну ладно, я пока что промолчу. Ну да, давайте издеваться над Отто еще. Так, ладно. Где там спалить? Итак, засейвиться тут. И все, ладно, на сегодня давайте продолжим. Тут продолжим, закончим. Блин, я уже упоролся. Сегодня был трудный день. На работе, вот поэтому я устал, так что все, 2 часа. Почти 2 часа. Хватит. Может, завтра побольше получится. Ну, а на сегодня все. Завтра продолжим поиски легендарных трусов.